Здравствуйте, друзья. Ну вот, смотрите, вот это во, вот этого я не мог скрыть от вас, понимаете. Я нашел, лазя в Ютубе, кстати, двух человеков, друзей. И у них я взял ссылочку вот на этот сайт. Представляете, я вам сразу хочу сказать, что она совершенно, этот сайт совершенно безопасный. Я его проверил Васей, ну а вас там. И вот тут зеленые вот значки. Вот смотрите, вот у кого стоит программа, вот, видите, вот зеленые. Зеленые — это оценки сообщества. Оценки сообщества. Видите, хорошо, хорошо. Прикидывайте, как хорошо. Этот сайт вполне доверие. Я уже сутки на нем работаю, да, представляете? Вот я вам прикол покажу. Ну, вот это вот правило, вы когда зайдете, да, по ссылочке, которую я дам в конце ролика, да, зайдете, да, прочитаете. Вот для новичков сначала, вот здесь вот новички, тут вот рекламодателем, кто рекламодатель, кто просто пользователь, тут магазины, вот, я еще не совсем освоил, понимаете, вот осваиваю, учусь, но вот это вот вы прочитаете, вот, поставьте для новичков, так, и начнете, о глобусе, бац, вылезет эта ерундушечка, вы прочитаете, представляете, потом, значит, второй вопрос сделайте, кликните по левой мышке, вот так, еще прочитаете все это. Это очень полезно. Я прочитал. Представляете? Тут самому ничего не надо делать. Только единственное, вот когда вы на главную зайдете, да? Так? И вот на главной вы тоже сначала все прочитаете. Ну а по ссылке, когда вы зайдете, да, вы увидите сразу анкету. Ну, то, что вам заполнить надо. Вы разберетесь, я же у вас уверен, вы... Это я тупой, как торпеда, и то сообразил, понимаете. Всему вот этому, просто я говорю, вам этому сайту можно доверять, он зеленым обозначен, это все. У меня две программы стоит еще вот от WebMoney, так что их, это солидная организация, вы все знаете, их не обманешь. Ну, в общем, друзья, я не рекламодатель, естественно, понимаете, вот. А когда вы прочитаете все вот эти вот, все, здесь так интересно и доходчиво написано. Вот смотрите, вот мой баланс, да, допустим, заходим. Так, видите, сейчас я уже заработал, но это я еще не понял, да, тут в евро платят, она сама, вот. Ну, вам предложат сразу скачать программу, вот она, вот смотрите, вот видали, программа. Скачивайте, не бойтесь, это тоже без проблем. Я ее просканировал Васей. Вирусов ноль, понимаете? Вот тут вы тоже поймете, она сама работает, программа. Вот я бац, нажал, на сайт зашел. Это просто так посмотреть, рекламодателя. А вот эти вот, вы тоже прочтете, вот все, что обозначает, да. Ну вот, я вот хороший сайт назвал. Я опять зашел на Глобус. Это Глобус Интернет. Это очень солидная компания. Так, вот. Смотрите, вывести средства, тут все делается очень просто. Это потом, когда вы будете выводить вот на WebMoney и PayPal. Ну, заведете эти кошельки, естественно. Короче, вы не, даже представить не можете, какую удачу. Но кроме этого, да, вы тут можете вот про магазины, партнерские магазины, вот, прочитать про них, да. И вдруг вам понравится, да, и вы начнете работать с партнерскими магазинами, понимаете. Тут... Отлично это. Или свой магазин вот заведете, представляете? Ну, прочитаете все, ознакомитесь. Это очень хороший сайт. Вот, вот в этой части, вот видите, вот тут все раскладки про него. Или вот здесь вот увидите, вот видите, все выскакивает. Оп, 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 оп. Все конкретно, представляете? Это супер! Так что давайте, друзья, без всякого страха вперед. Главное... Но я своих, это, я имею в виду своих почитателей, которые мой канал смотрят. Я-то, наверное, не буду обманывать, потому что это не в моих интересах. Представляете? Я даже про эти рефы вам не буду рассказывать, потому что вы сами прочитаете, узнаете, все поймете. Но главное, еще раз повторюсь, зелененький горит. Видите, вон, вон, зелененький. Так. Вот они, зелененькие. Я уже вам говорил.
В общем, друзья, вперед. И главное, без песен, а то соседи услышат. Представляете? Всего хорошего. Я вас жду на этом глобусе. Это для вас. Это будем зарабатывать сами, произвольно. Но для новичков, когда вот вы сюда зайдете, вот самое интересное, для новичков правило, да, вы очень хорошо их изучите, понимаете? Очень хорошо надо изучить. Я раньше никогда не учил правила, даже в Ютубе. И когда влетел на полгода, заблокировали, потом все изучил. Так что и вам советую. Спасибо за внимание. Спасибо, друзья.